Чергових росгвардійців звинувачують в розтраті, когось з армії РФ звільняють. Про що нам говорить ця діяльність? Ну, ви знаєте, звісно ж, Міністерство оборони Російської Федерації, відомство ліниве, коррумпіроване. І то, що періодично виникають корупційні скандали, це скоріше рідкість, чем нормальная борьба с коррупцией. И вы знаете, вот эта борьба, она, конечно, связана полностью сейчас с украинским фронтом. Поскольку должны быть виноваты. И знаете, в чем? Дело в том, что весь последний год, уже больше года, снабжение армии, оно все еще принадлежит Евгению Пригожину, ЧВК «Вагнер». Поскольку именно Путин распорядился, чтобы Шойгу заключал контракты с его компаниями. Но когда Пригожин потерпел такое свое дворцовое административное поражение, и его выкидывают отовсюду, его в том числе начали выкидывать и из армии. Начали смотреть контракты, которые он подписывал и подписывает, которые сейчас находятся в судах, оспариваются. Вы знаете, это такая борьба. Борьба пауков в банке, на которую очень приятно смотреть, исключительно приятно. И убирают сейчас людей, так или иначе, связанных с этими поставками. А действительно они были связаны, не связаны, или просто ищут крайних? Слушайте, пусть косят больше. І чи можна розглядати це як спробу все ж таки щось почистити для того, щоб крали менше? Або навпаки, тут відбувається конкуренція на хлібному місці, і дійсно ми бачимо, що оскільки війна є дійсно головним джерелом корупційного доходу для Росії, то тут просто образа, вони пиляють, я ні, чому ні? Ну, звісно, звісно. Сейчас коррупция должна быть, по идее, виновата в том, что нет снарядов, что там мало вооружений, что мобилизанты, а их все-таки много и будет еще больше, что у них картонные ботинки, что им чего-то не хватает и так далее. Должен быть кто-то в этом виноват. И не всегда это фашисты в Украине. Прямо вот, ну никак, вот их вот этих фашистов и бандеровцев, ну никак их вот к этому делу нельзя пристроить. Но виновные должны быть. Вот те, кто вот специально мешает нам, россиянцам, да, победить. Ну не Путин же это, да. Это какие-то другие вот нехорошие люди. А чи можуть все ж таки дійсно карати виновних, винуватих, чи це будуть такі разові акції, про які ми взагалі тільки там дізнаємося через якийсь період? Ну, звісно. Діло в тому, що, звісно, вся позиція розогнана, или сидить в тюрмі, і Путін же все время хоче перехватывать чьи-то, да, нормальні ініціативи, як він перехватив повністю у опозиційного каналу в Томске, наприклад, ежегодный парад с портретами, собственно, дедов. Да? Это же изначально было такое вот мероприятие, которое совершенно было оппозиционное. А теперь вот оно уже много лет, как уже больше 10 лет, кремлевское и такое победобесие. Он перехватывает у Навального борьбу с коррупцией. Вот, пожалуйста, Путин борется с коррупцией. И, конечно же, борется прежде всего где? Прежде всего на фронтах. И то же самое дело с правозащитниками. Мы закрываем всех правозащитников, потому что они все там связаны с американцами, не знаю, там с НАТО, бог знает с кем. А у нас есть вот свои нормальные правозащитники, генеральша Москалькова и прочее, прочее. Но всегда берет из внешнего мира, из не его, не из путинского мира, какие-то вещи, которые действительно нравятся людям, которые действительно були б полезні. А чи можуть бути, пані Ольга, чи можуть бути це не тільки правозахисники? Звісно, Путін винний бути не може. Має бути винний хтось інший. Але якщо почнуть звинувачувати не тільки стандартних росгвардійців, а ще когось повище, то чи не стане це причиною для обурення проти Путіна серед тих самих кремлівських еліт? Это вот, понимаете, Росгвардия. Вот нынешний скандал происходит именно в Росгвардии. Это тоже показательная вещь. Дело в том, что у Пригожина, сейчас ныне задвинувшегося, было два союзника. В Министерстве обороны генерал Суровикин и Рамзан Кадыров, как экс-территориальная единица.
Но при этом смотрите, вот во всей этой истории дольше всех молчал Золотов, Виктор Золотов, старый путинский соратник, охранник Собчака еще, глава Росгвардии. Но, тем не менее, все знали, что Пригожин – это выдвиженец именно Золотова, именно его. Золотов – хороший друг Кадырова, они не очень афишируют свои отношения, тем не менее, они у них есть. И они у них такие коррупционные, и административные. И Пригожин – выдвиженец именно Золотова. И то, что сейчас происходит в Росгвардии, когда уже убрали Суровикина, когда уже Рамзан Кадыров сильно отодвинулся от Пригожина, остался только Золотов. Это значок, это сигнал. Победила антипригожинская партия. И вот теперь мы Виктору Золотову, победители этой фракции, намекаем, что вот не надо больше его вытаскивать. А вытаскивать-то его есть причина, поскольку по-прежнему происходит вербовка в тюрьмах, по-прежнему происходит мобилизация заключенных. Только ими командуют уже не сами заключенные, не Пригожин, который умел ими командовать, будучи сам неоднократно судим за тяжкие преступления, а командуют обычные армейские командиры. Они приходят вот к заключенным, которых только что забрали из тюрьмы, а у них по 3, 4, 5 ходок. И говорят, равняясь смирно, левое плечо вперед. Это же смешно. Никто не будет подчиняться. Отсюда бегство. И в украинский плен, и дезертирство, и восстание. И я вас уверяю, что уже кому-то пришла в голову мысль, не вернуть ли Пригожина, потому что армия не справляется. И вот эти вот антикоррупционные якобы там вот эти все предприятия в Росгвардии, это намек Золотову. Даже не думай доставать из кармана своего Пригожина, потому что вот мы вот здесь. И я думаю, что это, конечно, предприятие кого-то с близкого к Путину, с другого края, типа братьев Ковальчуков. Это по-прежнему, да, вот наше наслаждение смотреть за пауками в банке. Якраз про цих павуків ще у продовження. Запитаю російською, щоб було зручніше. Ми згадуємо, ми вспоминаем разговор Пригожина, но другого, Иосифа, с товарищем Фахратом, где было заявлено, что Золотов, Чемезов и Сечин, вот они сейчас воюют против Шойгу. Чемезов, прошу прощения. И мы видим, что ситуация следующая. Все они воюют против Шойгу. Но при этом в Росгвардии, которая, в общем-то, может ассоциироваться напрямую с Золотовым, происходят аресты. То есть мы видим эту борьбу вот в таких маленьких деталях. Это война уже? Это полноценная борьба внутренняя элит? Ну, вы знаете, это было всегда. Это было всегда при Путине, это было всегда при Ельцине. Такая вот удивительная форма сдержки противовесов. Ну, они очень любят друг с другом бороться. Вот когда они сейчас доедят двух Пригожиных и чуть-чуть подоткусают Золотого, будет кто-то еще. Будет кто-то еще обязательно, кто слишком выдвинулся. Ну и, если честно, элиты понимают. Мы же слышим с вами из разговора Иосифа уже Пригожина с Фархатом. Мы уже с вами видим Ахметовым. Тут у нас с вами вообще тяжело. Да? Два Пригожина, Евгений и Иосиф, два Ахметова, один ваш, один наш. Да? Ну, Фархата Ахметова с Иосифом Пригожиным. Мы с вами видим прекрасно, что элиты на самом деле думают. И, конечно, они думают о своем собственном будущем, о том, как им сохраниться. А сохранение связано с тем, что кто первый добежит до Путина с табакеркой или с белым шелковым шарфом. Это очень тяжело сделать. Путин сам тоже об этом знает, что его окружение об этом думает. Но, тем не менее, для них это тоже вопрос жизни и смерти, что за голову Путина кого-то могут и простить. И когда периодически кто-то выдвигается, другие начинают ревновать, что вдруг сейчас этот вот выдвинется вперед и будет новым Путиным. Тогда он нас сожрет. И, может быть, нам надо самим выдвигаться, но вроде как рано и боязно, и Путин тоже это видит все. И, конечно, это идет борьба за какое-то будущее после Путина. А то, что после Путина будущее резко придвинулось, просто резко, это мы с вами понимаем после ордера Гаагского трибунала. И, конечно, Лита это поняла сразу же, что время после Путина уже очень-очень близко.
Ну, а які кандидати, власне? Може, це той же Сечин? Может. Это может быть тот же Сечин, это может быть тот же Патрушев-младший, о котором много говорят именно в этой связи. Сын Патрушева, такого главного ястреба, и, судя по всему, одного из инициаторов украинской войны, агрессии в Украину, судя по всему, это Патрушев. Его сын, ныне министр сельского хозяйства, давным-давно уже около власти продвигается. И вообще, скорее всего, будет речь о детях. Но не факт, что дети это выдержат. В конце концов, обратите внимание все-таки на премьера Мишустина, который такой ласковый весь последний год, такой вроде как и ни при чем. И большая часть элиты, особенно бизнес, хотіли би видіти на місці Путіна Мішустіна, який... Власне, і Мішустін і спілкувався з Сі Цзіньпінем, коли той приїхав, але все ж таки от стосовно Сечіна, там яка цікава ситуація. Путіну повідомили про неможливість побудувати льодокіл Росія через те, що Шойгу розбомбив завод в Україні. Якщо ви знаєте, а якщо не знаєте, то я вам розповім, що в Краматорську був завод, який виробляв деталі для Роснефті. Ну, тобто читає в дужках Сечіна. І ракетою туди, звичайно, бахнув явно Шойгу, ми це розуміємо. І тут така історія. Тобто, нащо було насипати сіль умовно своєму товаришу по кремлівським стінам, розбомбивши той завод, який допомагає функціонувати Роснефті. От що відомо, коротенька така довідка. Сроки здачі лідокола Росії, намечені на декабрь 2027 року, сорвані. Об этом пишет комерсант со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге. О необходимости переноса сроков уже вроде как бы сообщилось Путину. И предполагается, что вот как раз кронштейны грибных валов и ледовой зуб делались в энергомасштаб спецстали, которая расположена в украинском Краматорске. Это была прямая цитата с повідомлення. Нашу Шойгу то зробив? Ну, мне, конечно, удивительно, что детали делались в Краматорске, важные детали, но... Конечно, Шойгу прекрасно понимал. Шойгу прекрасно понимал, что он делает. Ведь Сечина тоже, обратите внимание, всю войну было не видно и не слышно, равно как и Золотова. Они очень тихо сидели, они где-то сели под лавкой, выступали кто угодно, да, только вот не они. Несколько олигархов вообще пропали просто из виду. А если там говорит Миллер из «Газпрома», а он все-таки в этой партии, то он говорит про необходимость создания частных военных компаний, которые тоже будут там вербовать, что-то делать. Конечно, они наступают сейчас на интересы друг друга. Они все апеллировали раньше к высшей власти, к Путину, а теперь они это не делают. То есть Путин настолько уже занят... чем-то, я не знаю, мне кажется, что он где-то уже с Си Цзиньпинем разговаривает где-то в небесах, ему совершенно все равно, что там, у кого какие детали, у кого какие ледоколы, но я, честно говоря, не думаю, что сейчас хоть один серьезный человек думает о ледоколе России, о его торжественном запуске в 27-м, 28-м или каком-то там 38-м году. Понятно совершенно, что не будет никакого ледокола, может быть, и никакой России. Речь идет о том, что на строительство ледокола, да, можно срубить какие-то последние деньги. Да, Але последние... це ж гроші. Так, от я тільки хотіла сказати, першочергова ціна проєкту складала 127,5 мільярдів рублів. А тепер його вартість може зрости на 40-60%. Тобто, ну, це черговий розпил, можливо? Звісно, це розпил, розуміється. Вот это, ешь ананас и рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй. Это последние деньги, одни из последних денег, которые удается выбить из Путина, из бюджета, именем ледокола, именем России, там чего угодно. Но, слушайте, конечно, все закончится раньше, чем какой-либо ледокол будет где-то там, даст своих три гудка. Можна розглядати такі дії Шойгу, а саме спрямування ракет на певні об'єкти, як спробую захиститися, відбитися від тієї антішойгунської коаліції, яка склалася на Росії? Закрити рота опонентам.
Ну, конечно. Вот ведь коалиции, они же не далеко не все за деньги. Если по-прежнему там речь идет о том, что Сечина интересует деньги, потому что он каким-то образом все-таки еще, как мне кажется, надеется продолжить свою жизнь, по крайней мере, там, я уже не говорю про деятельность. Например, люди типа Шойгу, какими бы они ни были, ну, Шойгу у нас все-таки, мы видим с вами прекрасно, да, он тупой. Да, человек совсем не умный, да, не может там, он давным-давно сделал себе состояние, его не интересуют деньги, вот его сейчас интересует его выживаемость. Его выживаемость не победа в войне, боже упаси. Была бы ему интересна победа в войне, он бы не делал на самом деле очень многое для того, чтобы как можно больше заключенных российских полегло под Бахмутом. Потому что все-таки Бахмут, мы видим, Министерство обороны совершенно не заинтересовано в том, чтобы там победили заключенные, которые не их, а пригожинские. А его дело в том, что просто вот он понимает, что даже если он принесет голову Путина в Гаагу, вряд ли его простят, ему придется отвечать за уже совершенное им преступление. До речі, тут логічне питання, ви так цікаво сказали, а чи є хтось, хто може безпокарно принести голову Путіна в Гаагу і цим заробити собі бали, і хто б це міг бути? Именно так. Речь идет о том, кто сможет это сделать. А то, что это кто-то сможет сделать, опять же, сомневаться не приходится, то, что рано или поздно в том или ином виде голова Путіна буде в Гаагі. Ми насправді на це дуже сильно чекаємо, тому що міжособні війни, вони, звичайно, цікаві. І як ви дуже вдало теж порівняли з павуками у банці, за ними спостерігати хотілося б, але все ще хотілося б побачити і покарання для винних. Отже, якщо резюмувати нашу з вами бесіду в цьому розрізі, то ми дійсно бачимо вже реальну боротьбу еліт, а не тільки ось ті розмови на кухнях. Правильно розумію? Конечно, конечно. Это настоящая жесткая борьба элит. Кто поглупее, борется за деньги. Кто поумнее, борется за жизнь. Які можуть бути наслідки цих хвилювань у Кремлі для внутрішнього споживача, ну, тобто для самих росіян? Тобто ми розуміємо, що скинути диктат Путіна – це якась загальна думка. Так, вона там загалом утопічна. Скинули Путіна, добре, а чи зміниться щось далі? Можемо поговорити про соціальний якийсь прогноз? Социальный прогноз, конечно, плохой, поскольку дело даже не в экономике России, которая пока выживает, пока санкции на нее действуют, но люди настолько одурманены, что согласны терпеть. Дело в том, что этой войной, этой агрессией разрушены другие вещи. Разрушено право, разрушены суды, разрушена связка в голове между преступлением и наказанием. И это все будущие, большие, очень большие проблемы. Что теперь россияне знают, что можно там убить собственную мать, кого-то ограбить, изнасиловать, и не будет за это наказание, можно пойти записаться в армию, и все в порядке. Но это скорее такие общественные, этические, моральные последствия, которые, конечно, будут очень долго о себе давать знать. Мы впервые также видим последствия агрессии, последствия войны в том, что разрушены еще и даже не родственные связи, а инстинкты. Когда матери говорят, пусть сыновья отправятся на войну, у нас еще есть сыновья. Да? Когда матери приводят сыновей в военкомат и говорят, у меня сын гомосексуал, и пусть идет на войну, хотя бы сдохнет как мужик. Из этих случаев их очень много. Улюлюкающие толпы, которые одобряют, что девочку отобрали у отца, которому дали 2 года. Это случай из Тульской области, девочка Маша Москалева, и которая сейчас вот находится в приюте. Это уже даже не Сталин, это уже Гитлер. История про похищенных украинских детей, да, вот это все в любом случае скажется на психическом состоянии общества. А общество, да, психическое, оно же это все непосредственно связано и с социалкой. Действительно, люди бесконечно готовы затягивать сейчас пояса, лишь бы что? Лишь бы в Украине не было фашизма, так его там нет.
Он здесь, он у вас, он в России. И чем больше будет понимания, понятно, что работает пропаганда, понятно, что не хочется разочаровываться во всей своей жизни, что она неправильно прожита. Но рано или поздно эти вопросы в голову будут заходить. И наслідки дійсно будуть не тільки для України, яку знищує Росія, а й для самої Росії. Ми це розуміємо. Ольго, я вам дуже вдячна, що ви були з нами на зв'язку. Нагадаю, з нами була Ольга Романова, журналістка та директорка фонду «Русь сидящая».